Всем привет! Предлагаю приготовить вам легкий нежный бархатный суп-пюре из кабачков с картофелем, морковью и луком. Такой суп обладает приятным насыщенным вкусом и удивительным ароматом. Для приготовления такого супа необходимо взять одну морковь среднего размера, очистить и нарезать вот такими кусочками. Далее беру три небольшие луковицы и в произвольной форме их нарезаю. Буду обжаривать на растительном масле. То же самое проделаю с картофелем. Нарежу на кусочки и обжарю до полуготовности в растительном масле. Ну и, конечно же, понадобится кабачок. Беру два небольших вот таких желтых кабачка. Тоже слегка буду обжаривать на растительном масле. Все овощи у меня уже спассеровались. Отправляю их в пустую кастрюлю. Картофель, морковь и обжаренный лук. Сюда же отправлю обжаренные кабачки. Добавлю сюда немножко приправ. Я добавляю смесь перцев, куркума. Она придаст вкус и цвет. Немножко карри. Добавлю немножко соли. И необходимо все это залить водой, чтобы овощи она покрывала где-то на 1-2 сантиметра. И поставить варить. И с момента закипания все это будет вариться где-то минут 15. Пока овощи варятся, я измельчу немного сухариков домашнего приготовления с приправами и солью. Вот в такую мелкую крошку. Когда овощи сварятся, я добавлю небольшой кусочек сливочного масла. И теперь необходимо все это пюрировать. При помощи блендера измельчаю все это в пюреобразное состояние. И подавать такой суп-пюре из кабачка, моркови, лука с картофелем лучше всего, конечно, в горячем виде. Я добавлю немножко семян белого кунжута, посыплю сухарями для красоты и для вкуса и добавлю 2 дольки лимона. Всем приятного аппетита! Рекомендую попробовать приготовить. Готовьте с любовью! С вами была Ксюша. Пока!